Есть. Итак, самая такая крутая тема, на самом деле, ну, я не раньше слышал, но ни хрена не было понятно. Это псевдоэлементы. У нас есть два волшебных элемента под названием before и after. Дема. Сверху. Так. Псевдоэлементы. Что это такое? Это наши декоративные фишечки, которые мы можем приписать какому-то элементу, которые не находятся как таковых, ну, как таковых их как бы нету на нашем HTML, ну, как бы их нету внутри HTML. Это чисто такая CSS-ная штука. Допустим, напишем title demo before. Вот я в CSS как бы прописал какой-то текст, который появился на экране, который я не могу выделить. То есть я могу выделить Hello World, я не могу никак выделить, а вот нет, а вот оно есть. То есть это вроде как элемент, но не элемент. Суслик, что ли? Да, это же самое. Суслик, да. CSS суслик. Тогда ставим на автор. У меня прошается вопрос. А before есть? Вот так. Алло. А я пропал. Я не слышу никого. А есть before? Алло. Алло, чуешь, да? Там Коля пытается. Есть before? Алло, меня слышно? Тебя там? Давай, что ты? Алло. Алло, пронто. Алло, да, я тут. Ну, скажите, что меня слышно. Да, давай, что ты? О, все, хорошо, да. Я слышал какой-то вопрос, но я не понял, о чем. Before есть? Before, ну, может и есть, но я о нем не слышал. Вряд ли. Зачем? Это overkill. В общем, before, то есть как бы какой-то контент, который мы можем добавить перед элементом, либо после него. Так? Зачем эта штука нужна? В основном для декораций. Либо для, допустим, каких-то вещей, которые нам не нужны на дереве, ну, не нужны на дереве, но могут меняться динамически. К примеру, дропдауны. Вот нам нужен какой-то там дропдаун, да? С какой-то, ну, типа, с какой-то красотой. Либо какой-то элементик, который мы можем... Ну, там, допустим, у нас вот есть дропдаун, так вот мы начинаем отображать, допустим, список. У нас есть там каких-то несколько вещей, и нам нужно этот список как-то, допустим, там, стилизировать, ну, типа, какой-то на фильме. То есть с помощью всяких там треугольничков и так далее и тому подобное. Вот для таких вот вещей нам нужны вот эти вот элементы. То есть мы не будем никуда в HTML вставлять какой-то div, задавать ему определенный размер, определенный там цвет, потом его разворачивать, и потом пытаться его каким-то макаром там запихнуть. Но нафиг не надо, мы используем вот эти вот авторы и бифоры. Так?
То есть картинки, к примеру, вот такие декоративные элементы. То есть вот у нас есть заголовок, а в конце каждого заголовка у нас есть вот такой слэш. Так? То есть писать отдельный какой-то спан с вот этой вот штукой, ну, типа стилизировать его. Ну короче, типа, нафиг оно, по-моему, нужно. Чисто под декорейшн. А еще он очень хорошо используется для того, чтобы задавать декоративные картинки на сайте. Ну, тут такая интересная тема. Типа на сайте у нас есть два типа картинок. Контентная и декоративная. То есть контентные картинки — это те, которые нам нужны для восприятия нашего как бы сайта, те, которые нужны для того, чтобы там какую-то инфу увидеть, там, допустим, какие-то статистики, графики, либо там, допустим, если это интернет-магазин, то там ну, фотки, короче, продукта. То есть те картинки, с которыми пользователь как-то может работать, что-то там, допустим, на них рассматривать, увеличивать их и так далее. То есть это типа как бы важные картинки, и есть такие картинки под названием декоративные. Вот, к примеру, вот эта волшебная волна. То есть она не несет никакого смысла сама по себе. Ну, волна и волна. То есть нам больше интересно вот типа вот эти вот цифры как бы и объяснение о том, к чему эти цифры относятся. А сама волна — чисто декорация. Поэтому, чтобы не нагружать наш и без того перегруженный HTML, мы туда просто вот эту штуку не вписываем. То есть это чисто декорация, ее занимается CSS. А на деле она как-то... Ой, боже мой. Это мне нужно как-то открыть мой документ. Ладно, потом расскажу как-то. В общем, на HTML-документе она будет отображаться просто, как говорится, серым текстом. И так и будет называться. Два раза по двоеточию before. Или там два раза after. И, в принципе, все. И на нее навешаны какие-то стили. Все сосны. Больше ничего. Сюда мы можем добавлять картинки. Сюда мы можем добавлять какие-то, допустим, свечишки. Либо мы можем сделать какую-то графику с помощью бордеров. Ну, как бы, когда мы рисуем, допустим, какие-то звездочки, ромбики и так далее и тому подобное. То есть чисто для декоративных целей. Но используется везде и повсюду. Вот мы, например, вот этот вот шаблончик. Тут на каждой странице, чуть ли не у каждого элемента, всегда есть какой-то before, after и так далее и тому подобное. То есть, допустим, картинка скролла — это ссылка. Но мы сюда не вставляем никакого элемента, ну, как бы, EMG. Здесь просто идет ссылка, как бы, пустая, а на нее повешен элемент автора, и в него вставлена вот эта декоративная картиночка. То есть это чисто как бы приходит нам из дизайна, и ну, как бы пользователь не может взять эту картинку как таковую, потому что ну, ее как бы там нету. То есть, допустим, вот у меня написано ха-ха-текст, но, блин, ха-ха-текст у меня здесь, ну, как бы на страничке, я не могу до него добраться. То есть я могу его увидеть с помощью H1, вот у меня здесь написано before, и вот, короче, ну... То есть я его типа как бы выделяю, но все, это вот у меня контент типа внутри это есть. Это не элемент разметки, у него нету тега. Да. Потому и псевдо. Такой молодец. Так. Значит, важная фишка. Вот эти теги, они не, как бы их нету, они не присутствуют в HTML разметке, но они влияют на элементы вокруг и на элементы, которым они принадлежат. То есть, допустим, вот этот вот ха-ха начинает мне расширять контент. То есть у меня вот этот вот, если бы у меня рядом было какой-нибудь ха-ха, то, ну, точнее, какой-нибудь элемент справа, то он бы его как бы подвинул. То есть он бы начал взаимодействовать с элементами, ну, как бы вокруг себя. То есть он бы не наложился, да? То есть если... Нет, то есть если, допустим, ну, давай так вот посмотрим. Он добавляет с собой размеры основного элемента, правильно я понял? То есть тебе не потрібно враховувати розміри before і after, коли ти пишеш розмір основного цього. Коли ти пишеш розмір основного тега. Да? Ну, то есть, якщо в тебе основний тег займає 50 пікселів, разом з before, after він займає 150, тобі не треба писати, що в основному тексту ширина 150. Ти пише, що в основному тексту ширина 50, да? Да. Mm-hmm. Это когда мы вот просто его как бы сюда вставляем. Вот видишь, у меня есть вот основной текст,
И сразу рядом с ним лежит вот этот Hello World, да, но он подвинулся. То есть у меня никакого наложения не произошло. Так, то есть вот эти элементы, то есть они ведут себя образно как стандартные элементы внутри разметки, да, хотя их как бы там нет. А если нам этого не надо? А вот если я не хочу, чтобы, допустим, вот этот элемент двигался? Вот я хочу, чтобы эта картинка, допустим, ну, вот, чтобы она нашла на вот основной текст. Тоді ти вішаєш, наприклад, київський елемент position relative, наприклад, автор position absolute, ні? Абсолютно правильно, да. То есть они подчиняются все тем же законам. То есть если я, допустим, скажу нашему парню о том, что position relative, так, и вот этому задам position absolute, то они у меня там наложились. Потому что как бы элемент, давай вот это уберу, вернем как было, еще один, наверное, так лучше видно будет. Вот, то есть у меня как бы начинается Hello World, и вот та ха-ха начинает центрироваться, точнее начинает позиционироваться от верхнего левого угла нашего ха-ха. Стандартное его поведение. Если, допустим, мне нужно сделать так, чтобы у меня была ссылка картинкой, то я не беру, пишу о том, что это а, ну, то есть как бы нет такого прикола, потому что если мне нужно задать, допустим, какую-нибудь там ашку с картинкой, да, то есть я говорю о том, что а, внутри нее, там, допустим, img. Мы так не делаем. То есть если это просто, допустим, какая-то декоративная ссылка, допустим, там иконка скроллинга или еще что-то, то мы просто задаем ашку, а все сессии на нее напаливаем вот этот вот элемент before с position absolute и даем ему какой-нибудь там background image. То есть мы не загружаем основной как бы HTML вот этими декоративными фиговинками. Вот так вот это работает. Ну, конечно, мы типа можем так делать, но это считается типа дурным тоном. Потому что мы типа захламляем интернет. Вот такие пирожки. Не, погоди, так о чем вы тут забралась, как не захламлять интернет? Эй. Ну да, ломать код, да, и так далее. Там. Так. Самая важная вещь из собственного опыта знаю о том, что, допустим, давай мы сделаем так вот. Да. Ну, допустим, вот так вот. И вот так вот. То есть он у меня там типа два таких квадратика прикольненьких есть. Мы им задаем какую-то ширину. Давай мы сделаем чуть больше, допустим. Не у меня больше. И, допустим, мне вот это ха-ха не нужно. Не хочу это ха-ха писать. Я вырезаю это ха-ха. И у меня все пропало. Упс. Ничего не отображается. Из, как говорится, из своего больного опыта узнаю. По 3 часа это уже дебажил. В псевдоэлементах обязательным является вот эта фраза «контент». Это может быть пустая строка, в ней может быть что-то написано, но без вот этого контента наши элементы работать не будут. Вот я написал. То есть, а в качестве контента может контент? Быть имидж? Имидж как таковой нет, но он может быть, допустим, background image. Да? Допустим, ой, pardon, я пишу URL, и, допустим, у меня там есть папка images, да? Или нет папки images? Пардон, это мы CSS, мне нужно выйти из папки CSS. Вот так вот, images. Так, что тут у нас есть? Допустим, давай вот эту пенчишку возьмем. Так.
А я, что она мне не отображается? Она же тут есть, я же ее вижу. Вот она. Вот она. Что проблема? Ну да, вот она. А что она мне не отображается, собака? А, подожди, 240 на 240, она большая, что ли? Упс. Сейчас, на секундочку. Короче, она у меня есть, она просто большая. Она туда не влезла. Тут у меня размеры по 13 пикселей. Точнее, по 30 пикселей. Картинка на 240. Там, если написать для изображения, то она, короче, поместится. А картинку можем использовать, но не как имидж. То есть мы должны будем ее использовать как бэкграунд для нашего элемента. Но в таком случае она будет работать. И в таком случае, и в таком, ну, скажем так, вот так вот эти картинки используются. То есть на всем вот этом сайте все картинки, которые здесь есть, вот такие вот декоративные, типа вот этих волнушек, вот этих солнышек и так далее, они написаны с помощью бифоров и background image. Текст. Что еще вам рассказать? Какие еще вопросы есть? Как твои дела? Смотри, а там якось, я якось бачив, що за допомогою цих псевдоелементів автор ще анімацію роблять, ні? Ну, анімація, ну, как бы, да. Анімація, это, ну, как бы, это эти трансформы, транслейты, транзишены и так далее. Их же можно лепить на любой элемент, то есть неважно. Просто чтобы, опять-таки, не взаимодействовать со всем остальным дерьмом. Потому что, смотри, когда ты взаимодействуешь с остальным дерьмом, если у тебя идет какая-то анимация, идет смена, допустим, ну, ширины там, или еще чего-то, то оно у тебя как бы начинает играться с остальным контентом. Оно может его как-то цеплять, оно может с ним как-то взаимодействовать. И, типа, to be on a safe side, чтобы знать о том, что у тебя эта анимашка будет в определенном месте, как бы рядом с определенными элементами, она никак не повлияет на весь остальной документ, ее могут запилить в... Ну, как бы, все эти элементы. Это уже, как говорится, народное творчество такое. Окей. А, еще, кстати, я забыл сказать такую интересную вещь. Где наш волшебный этот документ? Документ. Давай мы отсюда вырежем наш тайтл. Ну, в пене. И ссылку тоже, в принципе, в пене. О, что такое? Ты проснулся? А? Team Lead Project Manager очнулся. Сына, подожди, пожалуйста, секундочку. Сейчас закончу, хорошо? Умничка. О чем хотел сказать? Хотел сказать о том, что в самом начале мы когда спозиционировали волшебный элемент с помощью... Margin 0 авто, да? Давай вот этих красавцев уберем сейчас. Они нам не нужны. Они нам не нужны. Их тоже вырежем. Position absolute уберем. Position relative уберем. Так, вот у меня типа вот есть элемент. И если его позиционировать с помощью волшебного свойства DisplayFlex, так? То есть если сделать DisplayFlex и, допустим, для этого элемента поставить... Сейчас, на секунду. Так, сыночка, стой. Слезай вот так вот. Отвози коляску на место. Красавчик. И если ему сделать, допустим, Align Items Center... Он окажется здесь внизу, то для элементов, которые дисплеятся внутри flex-контейнера, работает margin auto еще и по высоте.
То есть если я отсюда беру align item center, и мы нажмем сюда margin. Ой. Margin. Auto. Auto. Он спозиционирует себя автоматично по центру. Можно такой вопрос? Два авто обязательно писать? Чи достатньо одному? Нет, это я просто для себя. Ну, можно одно, то есть одно заменить все. То есть. Uh-huh. Я просто для себя, чтобы потом не путаться. Ну, я пишу по оси X и по оси Y. Uh-huh. Но margin auto по высоте и по ширине работает только внутри Flex-контейнера. То есть, к примеру, если у нас есть, вот объясню, use case, когда это используется, к примеру, вот эта вот волшебная штука. То есть у нас есть display flex, это все, что находится под менюшкой. Тебе эту ручку будешь рисовать? Поехали. А, телефон заряжен, сейчас, на секунду. Садись. Держи мой телефон, заряжай. Кто его еще зарядит, кроме тебя? Спасибо. Допустим, у нас есть контейнер, в котором вмещается наш вот этот wave заголовок, потом subtitle и вот эта вот красивая типа иконочка скроллинга. То есть оно все находится внутри одного контейнера, но получается как? У нас тут типа три элемента, и если я им сделаю position, точнее, если я внутри спозиционирую их, то есть как бы у меня здесь идет justify content. Pardon, align items center, потому что я в колоночку типа запятую. То есть я сделаем align items center и justify content space between. То есть между ними должно быть равномерное расстояние. То есть у меня как бы wave должен быть в самом верху, школа серфинга ровно по центру, и вот эта вот штучка в самом низу. Так? Но для того, чтобы сделать вот этот вот fine-tuning, можно использовать свойство вот этот transform-translate. Transform, translate, допустим, y, то есть смещать их по оси y. Но там в чем проблема? Когда мы задаем такие фиксированные значения, допустим, если экран станет меньше, или там экран станет больше, или там, ну, короче, по высоте больше, по высоте меньше, то вот эти штуки, они же будут немножко по-татаро-монгольски считаться, и оно может, допустим, дойти до того, что там контент друг на друга начнет вылазить, или что-то в этом роде. Поэтому нам нужно сделать какой-то, ну, типа, как автоматический подсчет. Это делается с помощью вот этих вот margin auto. То есть что я делаю? Я для... Вот у меня здесь есть контент, да? То есть я ему говорю о том, что margin bottom, я ему задал там какое-то значение. Так? В нашем случае 92 пикселя. Отлично. То есть вот он у меня находится как бы снизу, отталкивается на 92 пикселя. Есть. Далее мне нужно как бы wave и школу серфинга совместить вместе. То есть что я делаю? Я говорю для wave'а margin top auto, а для школы серфинга margin bottom auto. И они автоматически как бы сплющиваются, ложатся рядом друг с другом. И wave я даю там, допустим, какую, ну, в данном случае вообще между ними разницы никакой нет, но если, допустим, мне нужен был бы какой-то отступ, я бы wave просто margin bottom сделал бы там каких-то 10 пикселей, что в этом роде. И таким макаром они у меня как бы, то есть это display flex, но я могу типа очень четко регулировать, что мне нужно делать с элементами. То есть даже если я их позиционирую ровно по центру, я все равно могу их как-то динамически туда-сюда вставлять. Прикольно. Вот такие прыжки. Прикольно. Yes. Ну, так, что у тебя есть еще на сегодня? Про позиционирование рассказал, про контентное и декоративное изображение рассказал. Про фишки.